Старые трубы на улицах Солнечное, Промышленное и Лямберское шоссе положены несколько десятков лет назад. Без воды местные жители остаются не впервые. Аварии здесь не редкость. Исправить ситуацию и позабыть о внеплановых отключениях позволит замена коммуникаций. Ремонт будет производиться по плану. Данные работы производятся согласно утвержденного графика по замене коммуникаций, находящихся в аварийном состоянии. Данные работы производятся на протяжении 3 недель. За 3 недели была уложена полиэтиленовая труба диаметром 400 мм, протяженностью 550 погонных метров. Участок работы достаточно сложный. Все дело в грунте. При раскопке траншей экскаватором он может осыпаться. Есть и другие усложняющие обстоятельства. Здесь находится большое количество коммуникаций на пересечении вновь строящейся трассы. То есть это электрические кабеля, значит, системы связи и также трубопроводы тепловой энергии. 16 марта с 10 часов вечера без холодной воды останутся 28 домов на улице Солнечной и Лямберском шоссе, а также 29-е профучилище, ряд предприятий и организаций, расположенных на Лямберском, Александровском и Северо-Восточном шоссе, улицах Солнечной, Пролетарской, Ладыгина, 1 и 2 промышленных. Зато после замены коммуникаций вода будет подаваться без перебоев, и ее качество улучшится. Все работы постараются произвести за ночь, чтобы утром 17 марта в домах людей была вода. Валерия Никитина, Владимир Найскин, «Народные новости».